4 сентября в Десногорске прошел открытый чемпионат по питанку. Серия дуплетных игр закрыла игровой сезон 2021 года. Неожиданно холодный сентябрь не стал помехой для участников. 40 человек из Смоленска и Десногорска вышли на поле, чтобы закрыть сезон и попрощаться с летней игровой зоной. Открытые площадки в 4-м микрорайоне в последний раз стали местом массовых встреч в этом году. Играли по дуплетной системе, без конкретного разделения по полу и возрастам. Среди участников – семейные пары и спортивные дуэты, новички и бывалые игроки, искренне привязанные к питанку. На настоящий момент это очень такое... хорошее увлечение, когда у тебя есть какой-то календарь, когда проходят турниры, когда ты свои какие-то дела передвигаешь и обязательно приезжаешь на какой-то турнир, чтобы увидеться с друзьями, с игроками и поиграть, и отвлечься. Питанг не требует особой физической подготовки, зато оставляет огромный простор для общения. Но несмотря на внешнюю безмятежность и спокойствие, в питанге есть место и для азарта. Во время игры происходят такие моменты, из проигрышной ситуации может оказаться выигрышная ситуация, а этот азарт, адреналин, все людям просто нравится, хотят и горят желанием этим заниматься. По итогам соревнования места распределились следующим образом. Сергей Грешков и Виталий Кривулин заняли первое место, Любовь Рязанская и Виктор Тимченко стали вторыми, на третьем месте Галина и Сергей Смирновы. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.